كده كده تخمن. اوكي، رواية زكاخة. כן, ל-80 ו... מה זה? ל-ס"ד, יותר למעלה. הפוך, הפוך. הפוך גודל, כן. 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 אז איזה סעיף זה? 84 או 85? וארבע. אוקיי. תשתומי, אז גברי לי פרוש לרס. פוס לי בולשוי פיריריף, ונס בילה פיריריף ניאסקל קנידילה. אימי גברי לי פרה נצ'אלה עבריסקה ונרוד. מסקזה לשתו רבי יהודה לוי גברית שתו טברניה נרוד, את הקק טברניה מירה. נבל נרוד, אבדרוק סטל. נבלה, אתו שסמק תורה, נבלה תורה, אבדרוק. פלוצ'ילי, ניקק הביצ'נה, גרופ פלודי, קטור פתיחון, קוסטאי צנרוד, אייס סיבישני קטור טבריל. צ'יריס, צ'ודיסה, ויכא דיז אגיפטי, את הטברניה. תוש סמטורה, את עניאלי טירטורה, קטור פיסלי, ז'יזני נרוד, פתיחון, קופקה, פרמללי, קקון ויגלדית. האת הטברניה. נבלה, היא נצ'ינלס, סטלה, היא את הווידנה שטועטה דייסט וסבישני, צ'יריס צ'ודיסה, צ'יריס צ'ודיסה קטורבילה דייסט קזני, פתום ויחד, פתום נקרס נמורה, התאגדה לקק עבריס כנרות וחוד התנסווה בודה, איפסוב רמינף פוסטיניה, ואותו שטועני חוד התפוס לי סבישני, את הפקזתל שלו, את הקק טברניה. טברניה, את עניה אבולוציה כתור הפתיחון קופריס חודית, עניה בלה איסטלה סנולה סבישני יבוא טבריל. יש כתות הכתור הרולירו וכתות הכתור הנבלודאית, כתות הכתור הדילית, את ה... את השתומי וידילי, צ'יריס ז'יזני עבריס כוונרוד, משה יערון קטורי סטריקי פריחודית ווסם דיסטלטני פריחודית היא גברית טושטו גבריל עם סבישני אני אתם צ'ודיסה קטורי אני דילית את אפסופה קזטל שתו סבישני אונטות קטורי תברית מיר. התברית עבריס כבנרוד, התבריל פסו שתו סדיס פריז חודית. הטיפר דווי אתה מגברי לפרוש לרס, הטיפר דווי מצ'יטאים פי דלד. ועושם דיסר שתבורת. סקזל קודרי, אתו סמום דירי בג'סנה סבריקי, אפסי סביאזנה סנים זפווידי, несомненно, следует принять, не колеблясь и не опасаясь того, что здесь играли роль чары, обмана или воображения. Если бы казни, постигшие Египет, и переход через расступившееся море были плодом воображения, то спасение из рабства, гибель угнетателей и доставшаяся освобожденным обильная добыча не могли быть воображаемыми. Не верить в это можно лишь из упрямства. То есть может человек быть упрямый и говорить «нет». Здесь это все законы природы, нет никакой Бог, который это выбирает и делает, нет никакой. Может быть, упрямство так и говорит, но видно прямо, что есть здесь божественная сила Бог, который это делает. Это не какой-то талантливый лидер. который может прийти и через его харизма и стиль, он может убедить всех, а видно прямо, как это Бог. Кстати, это один из целей чудеса выход из Египта. Могли быть, что когда Моше и Аарон пришли к Паро, сказали, опусти мой народ, они сказали, да, уходите. Но Всевышний укрепил его сердце,
чтобы он пришел через 10 казней, а потом через Красное море, для того, чтобы было видно и ясно для всех народов мира и для еврейского народа, что это Всевышний, что Всевышний влияет, что для того, что не осталось упрямства сказать «нет Бога», это все сильный Моше, для этого было это чудеса, которые для того, что не осталось никакой сомнения, что это божественная сила, что это Бог. Да, дальше. 85-й сказал Раби, более того, потом они 40 лет провели в пустыне, где ничего не растет. Им был дарован хлеб свыше, который для этого сотворялся каждый день, кроме субботы. И в течение 40 лет они питались этим хлебом. То есть это уже показатель, как Всевышний влияет на законы природы. И тоже суббота, что она природа другая. Что Всевышний творил мир, он творил мир такой, что есть рабочий, а суббота другая. Это они прямо видели, мы сегодня это не видим. Сегодня, когда мы соблюдаем суббота, мы соблюдаем, и поэтому мы чувствуем, что суббота другая. А если, не дай Бог, не соблюдали, так не освещали субботу, тогда не чувствовали, что она другая, могли бы себя вести как в будни и выбирать другой день. То есть мы не видим в наши глаза, что суббота она другая. А в пустыне они прямо видели, что в законе природы природа в субботу не как природа в будни. Они это видели прямо, поскольку они живут в духовный уровень другой. Они видели прямо, как закон, по закону суббота она другая. 6 дней приходит ман, а в субботу не приходит. 6 дней, если они оставили на завтра, он гниет. А пятницу они могут оставить и не гниет. Они это видели в пустыне, они видели, как Всевышний разговаривает с ним каждый день, общается с ним каждый день. Да, дальше. 86. Сказал Кузари. И это оспаривать невозможно. Если в течение 40 лет исходил свыше хлеб для 600 тысяч человек и всех, кто с ними был, на протяжении 6 дней недели, а в субботу не появлялся, то разум обязывает принять субботу, потому что с ней было связано божественное проявление. То есть обязательно было видеть, что в творении суббота она другая. Что Всевышний, когда творил мир, он творил ее другой. И для этого есть это 40 лет, что уже в душе еврейского народа это было написано. В сердце каждого из еврейского народа это уже написано. То есть все, что у нас есть при выходе из Египта, в начале еврейского народа, это для того, что прямо весь народ видел, что Всевышний творил мир, видел, что Всевышний властвует над законом природы, видел, что он творил суббота другая, что еврейский народ он избранный, что природа себя ведет по-другому, еврейского народа. Вот эта божественная связь можно было прямо реально видеть. Это не то, что один человек приходит, у него большая харизма, и он это рассказывает. А весь народ это видел. Да, дальше. 87. Сказал Раби, соблюдение субботы связано с этим чудом. Но кроме того, оно связано с сотворением мира за 6 дней, а также с тем, о чем еще мы будем говорить. Хотя при виде... Да, хочу сказать что-то. Да. Мы говорим в кидуш субботний. Мы говорим, что суббота... Извиняюсь. Мы говорим, что суббота, она свидетельство о творении мира.
נו, מי ישו גברים, שאתה נפם את אביך דיזיגיפצי? יאת אתו שנפיסנה, כגדה משה רבינו דיות, תורה נגרה סיני, דייסת זפווידי, תורה את הנפיסנה דבר רזה, הדין רס את הנפיסנה וכניגי שמות, הדין רס את הנפיסנה וכניגי דברים, אף כניגי שמות נפיסנה פום נדין סוברוטס ותית יבוא, פתמושתה, שזניס בוג דביל מיר אסד מויה דיחל אף קניגי דברים נפיסן הסבלודאי דין סובוטה יסוותית יבו פתמושת סבישני ואס ויבה לזיגיפט האת אני פניאטנה פתמושת סבלודן יסובוטה כך מי הוא שסקזה לי את פתמושת סבישני דביל מירתק עוד דביל מיר שזני דבריניה און תבריל סובות הדרוגאיה, און את הסוודיטלסטווה, תברן ימיר, את הבלגדר נסביש לזדתו שטון תבריל מיר, את הפקזת אל שטומי וצ'סטווים ואת התברניה, שטומי פומנים, שטומי סוודיטלית, הגדלה. הפצ'ימו מגברים שטו סובות הנפה מתאביך דיז אגיפט, מקקוי ויך דיז אגיפט, מינימושם פומנית פצ'ימו נמנד הסבלודת סובות עבדה מושת סבישני תבריל סבישני ויבל נסית אגיפט זדיס מבידים שתו עתקודה ופירבו עתקודה מזניים שתו סבישני תבריל מיר שסני תברניה אתא שביל הדבנים דבנו ניקקות שלווק את הניבידל היא עתקודה ונסו וירנסט כך מי הוא שסקזה לי משה רבינו, כתורה, פסלניק סבישני, לטושטו, ספסת נסיז אגיפטי, און דיות נמתורה, איתם נפיסנה, שתו סבישני תבריל מיר, שתני תבריניה. את את המזניים, שתו נסה ממדילה, ולטברן ימיר, סבישני תבריל, נו ניטול כעת, פריביך דז יגיפטה מבידים, שתו סבישני נחודיצה, סנמי, און תברי לבריס כוונרוד, און תברי צ'ודיסה, און וליה את נזקונת פרירודה, און תות כתורי דירז'ת נס בלובוי שג, און סנמי, יפאתם ומאבאזה נייבו סלושת, כסקזל רבי יהודה הלוי ואת הפרימיר פרה, צר אינדיסקי, פצ'ימו מדלז'ני, ובז'ת סבישני, סלושת יבו, סבלודת אושת אונם גברי, פתמושת און סבזת הסנמי, הודיות נם פדרקי, פמגע את נם, נו את הניטולקה אקט בלגדר נסתה פדרקי, את הפנימניה שתו יש דבוכתרון הסביז, שתו און וליה את ננס, אי און וידיתו שתו מדילים, ואות סובות הקטור הזה נפיסנה, הסתברן ימיר, מזניים שתו יש צובותה, כגדמו שפריחודת אידילת נם צ'ודיסה, תגדם יבידים שתו נסתה ממדיל הצובותה, את ליצ'ה את זה את זקון הפרירוד, איז דברן ימיר את ליצ'ה את זה, תגדם יבידים שתו סבישי סבן צטנמי, שתו נס דבריל, איז ברל נס ככנרוד, אידבל נם את הווזה פווידי, שטון וידית, שטון סלישת, שטויים וווז'נה. אתה מיווידי לי, איפאתם און תגדול גזיס רסקזווית, פרשודיסה איביך דיזיגיפטה, איפאתם הוא רבי יהודה הלוי כגדס פרשבת הבוגה, און התבצ'אית הנרוד. יצאו את הסובות הישו שטוטה, כתורון בודית גברית פתום, סובות הנם ישו פקזווית, שטוייס וטוי ורמי. שתו יסט, יסט דו סיכפורון גבריל פרלודי, כתורי אני דרוגי, נרות כתורי און דרוגוי, זיס מבידים שתו יסט עברי מדרוגוי, סובות הכתורי סטברני ענה דרוגאיה, מה אני בייסני פרישול שתני, אף סובות הנית, שתו תבברי מדרוגוי, דה, דווי תדלשה, Хотя при виде этих чудес народ поверил в посланничество Моисея,
В душах людей осталось сомнение, мог ли Бог говорить с человеком. Они могли подумать, что Тора – это некие высказывания и мысли, цель которых – привести людей к совершенству. И что лишь поэтому Бог в ней дает свою помощь и поддержку. Им было трудно признать, что речь можно отнести к какому-либо, кроме человека. Что речь можно отнести к кому-либо, кроме человека. Ибо речь – физическое явление. Желание... Да, на самом деле... Да. Разговор – это же физические влияния вот этого вольно, которое мы слышим, это что-то материальное, физическое. Я двигаю мои губы, и там и звук появляется, и в очень материального уши вы это слышите. Никакой чуда нету, что я здесь разговариваю, а вы... можете ловить это в вашего телефона, через Zoom и так далее. Это просто такие движения, голос, который приходит, и вы можете ловить в материальный, технологический и природного мира. А как можно понимать, и пронимать вообще, представить себя, что какие-то звуки материальные, Всевышний разговаривает, которые мы можем ловить. А то есть очень много какие-то вольные, которые мы не можем ловить. Но они тоже материальные, если у нас было какие-то инструкции, какие-то что-то мы могли бы ловить. Ну как можно понимать голос, который Всевышний говорит, который реально является материальным до такой степени, что мы, как материальные люди, можем слышать? Больше можно понимать, что Моше Рабейну, который очень умный, очень праведник, очень хороший, очень совершенный человек, Всевышний ему помогает через чудеса для хорошие дела, то есть спасение рабства, из рабства. И поэтому он получает помощь, удачу, он такой хороший человек, у него получается. Но то, что Всевышний реально говорит с ним, это очень тяжело представить. И поэтому даже после чудеса, даже после того, что они реально понимают, что Моше Рабейну особенный, который Бог ему помогает, для того, чтобы верить, что Всевышний разговаривает с ним, что вообще есть такой, что Всевышний может говорить человек, для того, что не было никакого сомнения, для этого должна быть церемония дарования Тора. И это стиль церемония дарования Тора, что весь народ слышал реально, видел, слышал, что, как Всевышний разговаривает с человеком. Что такое бывает. Читаем. Они могли подумать, что Тора – это некие высказывания и мысли, цель которых привести людей к совершенству, и что лишь поэтому Бог в ней дает свою помощь и поддержку. Окей, мы это читали. Им было трудно признать, что речь может отнести к какому-либо, кроме человека, что речь можно отнести к кому-либо, кроме человека, ибо речь – физическое явление. Желая, вот здесь, ну, здесь продолжение. Желая очистить сердца от сомнений, Бог повелел им осветиться внутренне и внешне, и прежде всего воздержаться от близости с женами, и сердцем приготовиться, чтобы услышать Его. Осветив себя, народ достиг степени, свойственной пророкам, так что все были способны непосредственно слышать Божественное Слово. Это произошло через 3 дня. Его явлению предшествовали великие знамения, молнии, громы и пламя, охватившие Синайскую гору. Пламя горело на горе 40 дней, и народ видел его, видел, как Моисей входил в него и выходил, и слышал, как были произнесены 10 заповедей, на которых основана Тора. В их числе заповедь освящения субботы, которую Бог уже повелел в связи с дарованием манны.
Народ принял 10 заповедей не от человека или пророка. Заповеди были даны ему Богом. Однако народ не мог, подобно Моисею, непосредственно созерцать столь великие явления. Но, начиная с этого дня, народ уверовал, что все, что говорит Моисей, исходит от Бога, что речению Бога не предшествуют его собственные мысли и суждения, и что пророчество ничего общего не имеет с тем, что утверждают философы. По мнению философов, в душе человека мысли, очищаясь, обращаются к активному интеллекту, называемому также Святым Духом, или к ангелу Гавриилу, который помогает и просвещает человека. Ему может показаться во сне или между явью и сном, будто некто разговаривает с ним, и он слышит эту речь душой, а не с помощью слуха, видит мысль, а не глазами, и тогда ему мнится, что с ним говорит Бог. Но эти ложные утверждения... То есть в чем отличие мнения философа о иудаизме? Пророчество – это реально то, что Всевышний разговаривает с человеком. А еврейский народ подготовился духовно для того, чтобы мог бы это ловить и слышать, что это что-то из небес. И после этого они реально не были на этом уровне, что могли слышать Всевышний, поэтому им было страшно, мудрецы нам говорят, что душа улетела из тела. Нам очень тяжело это представить, что произошло и как. Но то, что важно в церемонии дарования Тора, когда весь еврейский народ это слышит, что реально они понимают, что есть такая вещь, которая называется пророчество. Пророчество – это то, что Всевышний разговаривает с человеком, а человек слышит что-то из небес. Потому что говорили философы, это когда человек очень чистый, очень умный, очень духовный, он очищает себя и может изнутри, из его сердца, из его подсознания, из его ума и интеллекта, он может слышать очень умные и важные вещи, которые они называют это пророчество. Но на самом деле этот человек из его внутри. Это совсем что-нибудь другое. Потому что когда пророк получает пророчество от Всевышнего, неважно, если он слышит это в его уши, или он слышит это в его сердце, или как он это слышит, самое важно, что это не что-то из его внутри, человек, который самый высокий творение, а что он слышит это из небес, из Всевышнего. То есть не от себя, это не мудрый человек, который говорит, это не важный совет, важно понимание, это не после, что он такой праведник, он может знать истину, а это что-то снаружи. И Бог это говорит. И это было тяжело для еврейского народа понимать и пронимать, и сегодня нам тяжело. И для этого было дарование Тора перед весь еврейский народ, который стоял под горой Синай и видел. Он видел, все видели, как на горе Синай огонь, звук, необыкновенно какие-то дым, облака и так далее. И все слышали голос Всевышнего, видели голос Всевышнего. Это, как это писать в нашем материальном слове, сложно. Как можно понимать, что они видели звук? Сложно. Потому что это не слышали они в материальном ухо. Но это после этого церемония дарования Тора уже весь народ верит и нельзя потом отменить. Это важность. Моше не добавит от себя ничего. Он писал слово до слова то, что Бог ему говорит. Вот 10 речей они сами слышали, а все остальное они уже верят и Моше навсегда. Это что написано. Я приду разговаривать с тобой,
נגרה סיני, и будут они גם בך יאמינו לעולם. будут верить в Моше навсегда. В чем они будут верить навсегда? Что есть такого, что Всевышний говорит с человеком. Есть такой вещь, которая называется пророчество. Это так важно, что реально у нас есть связь. Что реально Всевышний нам передает, он видит нас. Есть смысл во все наше поведение, потому что это связь. Мы делаем, а Всевышний видит, ему это важно. Он через это наблюдает и дает нам нашего жизни. Это очень важный момент. Это заповеди не писали народ, умные лидеры во все веков, а это слова Всевышний. Да, давай читаем дальше. Но эти ложные утверждения утратили силу после того, как народ был свидетелем великого откровения и увидел последовавшее за божественным словом буквы, которыми Бог начертал 10 заповедей на двух бесценных каменных скрижалях, переданных Моисею божественным письмом. На них было начертано то же, что народ только что слышал. Бог повелел Моисею сделать ковчег для скрижалей, для него построить шатер. Скрижали были в руках сынов Израиля все время, пока в народе были пророки. Около 900 лет. До тех пор, пока народ не согрешил, не лишился ковчега. И тогда Навуходоносор одержал над евреями победу и изгнал их из страны. Так что, что здесь говорит Раби Иуда Леви? Раби Иуда Леви здесь говорит, что принцип храм, приносной храм, а потом настоящий храм, и там внутри ковчег завета, это как будто церемония дарования Тора только на постоянно. То есть была большая церемония дарования Тора, которая была один день в праздник Шавуот, месяцат, шот омара, считаем до Шавуота, и была церемония большая, еврейский народ получает скрижали, там написано тот 10 заповедей, которые они только что слышали, положили это скрижали внутри ковчег завета, после дарования Тора, после, когда Моше Рабейну приходит, спускается со вторыми скрижали, они строят приносной храм для того, что присутствие Всевышнего было с ними постоянно. Что это маленькая церемония дарования Тора. То есть тот огонь, который был на горе Синай во время дарования. Тот голос пророчества, который слышали из горы Синай. Они постоянно могли бы слышать через пророки это слышали, Моше Рабейну начало, а потом пророку через святая святим. Скрижали, которые они получили, находятся на постоянно в ковчег завета. И все, что происходит внутри храм, это и есть дарование Тора на постоянно. И это было все времена, когда было пророчество. В течение 90 лет, 90 лет это от времени дарования Тора до разрушения первого храма, это все время пророчества. Пророчество во время первого храма было очень много в еврейский народ, там было много пророков, там была школа пророков, потому что человек не может просто так быть пророком. Во время дарования Тора еврейский народ делает подготовка 3 дня. На самом деле они 49 дней, но последние 3 дня была очень активная подготовка к дарованию Тора. Но для пророчества надо было подготовиться очень, работать над собой очень долго. Для этого были школы пророков.
которые там они работали над собой, учились, учились Тора, работали над человеческими качествами до совершенства, до полноценного поведения, а потом могли получить пророчество. Это было все времена первого храма, когда был у них ковчег завет. Что происходит в конце времена ковчег завета? В конце времена первого храма ковчег завета спрятали, и они пошли на изгнание, и пророчество исчезло. То есть это три события, которые были одновременно. Спрятали ковчег завета, это по мудрецы говорят, что царь Йошияу, последний праведник царь, царь, который был праведник из всех царя, был Йошияу, он же спрятал ковчег завета, говорит мудрецы, внутри, под храм, они гора, он спрятал, для того, что не дошла, что не, ковчег завета не был в плену у Невухаднецара, поскольку еврейский народ грешили, и поэтому он спрятал, и в это время, сразу после царя Йошияу, еврейский народ выходит на изгнание, там первое изгнание, второй, третий, пока все пошли на изгнание, и тогда исчезает пророчество. Уже есть меньше пророк, их пророчество меньше понятно, уже почти непонятно, мы можем видеть, что последний пророк, их слова тяжело понимать, они сами не понимают. У нас есть пророк Захария, например. Он видит какие-то видения. Всевышний его спрашивает, и ты понимаешь, что ты видел? Он говорит, нет, не понимаю. И надо ему объяснить. То есть сам Даниил, его пророчество часто и непонятно. И они и единица, и потихоньку пророчество исчезает. Почему исчезает пророчество? Это вместе с изгнанием и вместе то, что нет у нас ковчег завета, нет у нас вот это постоянное дарование Тора. Поскольку еврейский народ неправильно живет, они идут на изгнание, и поэтому еще хуже живет, то есть не живет на своей земле. Уровень еврейский народ, как народ падает, они потеряют их независимости, и они потеряют их духовный уровень. И поэтому у них исчезает пророчество. То есть сейчас, одну минутку, я принесу стакан воды, одну минутку. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. То есть они, в принципе, дарование Тора, церемония дарования Тора, это основа для того, что все видели, что есть пророчество, весь народ стоит под гора Синай и видит прямо, а потом у них есть постоянно служба вокруг храм. Сначала приносной храм, потом Шило, а потом настоящий храм, который царь Соломон построил. И вот это ковчег завета, который внутри святая святим, это постоянство двухсторонней связи со Всевышним. Что есть разговор.
пророчество между ним. И это, по мнению раби Иуда Леви, это тот уровень еврейского народа, отличается от других народов в том, что у него есть способность стать пророком. В любой из еврейского народа есть вот это ДНК, можно сказать, которое они получают генетически. Вот это способность, потенциал быть пророк. Но поскольку это еврейский характер, надо, чтобы весь народ правильно жил, для того, что один из них был достоин получать пророчество. То есть, когда уже еврейский народ неправильно живет, то есть живет не в Израиле, так что даже если один есть, который достоин, он не может быть пророк. Надо, что народ, это же характер народа, надо, что народ правильно жил. Раз, что народ правильно жил. Два, что этот человек был достойный. Но это все они видели на горе Синае. Кстати, в скобках, если это надо, что когда весь народ на своей земле, почему дарование Тора в пустыне Синай? Это в скобках пустыня Синай, они не вошли еще в Израиль. Раби Иуда Леви отвечает на этот вопрос очень просто, мы это будем учиться. Он говорит, Синай – это земля Израиля. Очень простой ответ. Раби Иуда Леви так считает, не все согласны. Но он считает, что пустыня Синай – это Израиль. И поэтому там Моше Рабейну дает Тора. Это не на уровень западной стороны Ярдена, но это, по мнению Раби Иуда Леви, это Израиль. И поэтому там может быть дарование Тора. Так говорит Раби Иуда Леви. Давайте читаем дальше. 88. Сказал Кузари, неудивительно, если тот, кто услышит, что Бог говорил с великим собранием вашего народа, писал для него скрижали и тому подобные вещи, скажет, что ваше представление о Боге очеловечено. Но, с другой стороны, вас нельзя обвинить, если вы не отрицаете эти явные великие явления и не считаясь противоречиями и доводами разума. То есть это спрашивает царь Кузар, когда вы говорите, что Всевышний разговаривает с людьми или является, он же писал скрижали, он, когда мы говорим писал, значит была ручка или не ручка, инструмент, значит была рука, если не рука, ну какой-то материального орган. То есть это очень сложно, когда мы говорим про Бога. И как будто мы говорим, что у него какой-то материальный характер. Если он может нам давать, в какой руке он это давал, в какой руке он это писал. Вот это чудеса, которые вы видели, как он это сделал, это же материальность. Связиться с такой материальный мир, как, в какой глаза он нам смотрит, в какой глаз. Это что спрашивает вопрос. То есть все равно тяжело его это пронимать, вот этого связь. Давайте читаем дальше ответ. 89. Сказал Раби. Нельзя допустить, что Бог вводит в заблуждение или что в Торе есть нечто, чему противится разум и что разум считает ложным. Первая из 10 заповедей повелевает верить в Бога. Вторая предостерегает против служения иным божествам и придания ему формы, образа и очертания, то есть вещественных свойств. Но мы можем подняться над примитивными представлениями о Боге. Ведь есть сотворенные вещи, которые нельзя представить. К ним относится душа, обладающая даром речи и составляющая сущность человека.
В Моисее говорит душа, а не язык, сердце или мозг. Они только орудия. Моисей – это душа, которая говорит и познает. И она нематериальна, не ограничена пространством. Пространство ее не стеснено, ее не теснят формы всех сотворенных вещей, которые в ней находятся. Чтобы описать ее духовную сущность, мы ищем искусственные слова. В еще большей степени это относится к Всевышнему, благословенному его имя. Мы не отрицаем... Вот здесь он дает пример для того, чтобы отвечать на этот вопрос. А пример, который нам больше понятен, это душа человека. Когда я говорю, я писала мои слова, мои мнения, я думаю, я хочу, я это кто? Я это рука, которая пишет, я это глаза, которые видят, я это кто? Когда я говорю, я думаю, я чувствую в сердце, сердце это тоже материальная вещь, орган, который дает кровь. Но все равно в человеке есть душа. Душа, которая духовная. Душа, которую нельзя видеть. Душа, которая не имеет границ. Она находится в человеке, но не в материального понятия. Она находится в человеке. Нельзя ее видеть. Душа, которая мы говорим про душа, в наше материального слова, но мы не можем ее видеть. Интересно спросить, если человек, душа ушла из тела, и мы вешаем вот этого человека, который без душа, сколько вес душа, которая ушла? Она не имеет вес, наоборот, человек мертвый, он больше тяжелый, потому что он не держит себя. То же самое, как человек, который спит, он больше тяжелый, чем человек, который встал. Он же держит себя. То есть душа, которая находится в теле, она когда мы говорим про душа, и здесь он дал пример про душа Моше, который умный, который лидер, который говорит. Мы не имеем в виду вот этого столько в мясо, столько в кровь, столько в красота, материальность. Когда я говорю я имею в виду моя душа, моя личность. И поэтому когда я думаю, пишу, реализую мое духовного душа в материального мира, это не значит, что я материальная. Когда человек любит, а любовь это духовного качества, он любит и он реализует это в действие, материального действия. И так говорит, это как пример, он говорит, тем более Всевышний, который он духовный, но это его неограниченное передать нам материального скрижали. То же самое, как Всевышний мог творить мир, творить материальный мир, строить мир, он и может наблюдать этот мир, быть лидером этого мира, ролировать все, что здесь происходит, и давать нам материального скрижали, который он там делил, писал и передал Моше. И это, что он говорил до этого, что дарование Тора – это творение. Всевышний творил и стало. Кстати, вот это момент понимать, что Тора Всевышний творил целиком, от этого следует того, что мы не можем принимать Тора частами. Нельзя ни в коем случае принимать несколько заповедей. А это все целого системы. Тора она целиком. Не была и стала, значит мы получили ее целиком.
она не, не сочинили ее в каждое поколение добавили что-то. И тоже нельзя пронимать на сегодняшний день и говорить, вот это нам актуально, вот это меньше актуально. А она целиком, целая система. Всевышний нам подарили это целиком. Как, как творение мира, что Всевышний творил с нуля и стал мир. Так он творил Тора, так он творил народ. Не был народ, и стал народ. При выходе из Египта это творение человек. И он мог бы давать Тора в реально, материально в мир. И он остался такого, который мы не понимаем, не можем понимать, не можем представить себя, как он. Это его неограниченное реализовать вещи в материальном мире. Дальше. Мы не отрицаем великое явление, но говорим, что не знаем, как духовное обрело физические формы, как возникло звучащее слово и достигло уха. Нам неизвестно, как он сотворил то, чего не было раньше, как обратилось в небытие то, что существовало. Но у него нет недостатка возможностей. Мы говорим, что Бог сотворил скрижали и высек написанное на них, подобно тому, как единым речением он сотворил небеса. По воле его скрижали возникли такого размера и формы, какие он пожелал, и на них были высечены 10 заповедей. Мы говорим, что Бог разделил воды Красного моря, и они встали стеной справа и слева от народа, и путь их был широк и удобен, и земля так равна, что можно было идти легко и без задержки. Разделение и воздвижение вод моря и превращение его дна в удобный путь связаны только с действием Бога, и не было необходимости в орудиях, промежуточных причинах, в которых обычно нуждаются для действия его творения. Воды вздыбились по его слову и приняли желаемую ему форму. Желаемую форму принял воздух, который достиг уха пророка, в виде звучащих букв, выразивших то, что Бог хотел высказать пророку и народу. То есть то же самое, как мы понимаем творение мира, так мы понимаем чудеса, и так мы понимаем пророчество. То есть Всевышний, его величие не ограничит его. Это не как великан, который не может входить в дырку муравья, потому что он велик. А он, это величество его не ограничивает его. Творит то, что хочет. И как он творил мир, так, то есть не было и стало, с нуля стал мир. И так он творил законы природы, которые мы видим. А это законы природы. Это не творение один раз, а мир крутится. Как на это закон, а в чудо при выходе из Египта Всевышний нам показал, что он творит мир любой секунды, любой минуты. Он же творил закон, и он может творить и чудеса. Хочет он, а вода стоит так. Хочет, она стоит по-другому. И то же самое он творит пророчество, которое весь еврейский народ мог бы слышать. То, что мы материальны, а Всевышний бесконечны, не ограничит его, и он может творить тот голос, который пророк может получить, может ловить. Кстати, творение мира, я это уже сказала, это как создание человека. Человек, который создает, например, построил дом. Построил дом и пошел и ушел, а дом стоит. А это, который построил, может умереть, а дом стоит. То есть этого создания, когда человек создал или построил дом, это один раз.
он сделал, а дом стоит. Творение мира не такая. Всевышний творил мир, он его держит. Он дает дух этого мира в любой секунде. Если Бог перестал, и все ноль, нет ничего. И его создание, он должен это держать. А он может, и поэтому чудеса это просто в эту минуту он решил по-другому. Он решил, что мир, что законы были другие. Так что почему у нас законы, зачем у нас законы природы? Если каждую минуту Всевышний кое-что по-другому. Законы природы это для человека. Без законы, без границ, без правила, человек не может жить. И с ума сошли, если не было уверенность в то, что мы находимся. То, что у нас потолок и рецпа, как рецпа, земля, где мы стоим. Вот это уверенность, что просыпаю, есть солнце. Есть небо, есть земля, есть законы, что если я кидаю это туда, вот этого граница, это безопасно человек, это дает нам возможность жить. Любовь Всевышний к нам, он восстановил, он творил мир такой, с закона. Но в любой секунду он может творить по-другому. И говорит Раби Иуда Леви, пророчество, и это и есть творение Всевышнего. И тогда мы можем ловить и слышать, если мы пророки. Да. Я думаю, что нам пора. Время уже закончится. И оставим здесь. Увидимся в следующий раз. Окей. Спасибо. Спасибо, Рабанит Айелет. Торгиш готов. Чувствую себя хорошо. Да, чувствую себя хорошо. Не кашлять. Псороту вот вам. Да, я уже неделю кашляю, сейчас это лучше стало. Спасибо. Спасибо большое. Псороту вот. Всем счастливо, пока. До свидания. Спасибо.